день прошел по обычному графику, как всегда это бывает на выездных играх. Команда тренировалась. Понятно, что все были в курсе новостей. Мы были готовы играть. И это интервью мы с вами записываем на арене, где проходят домашние матчи Баварии. И уже приехав на арену, мы узнали, что матч не состоится, отменен. Не только этот матч, но и отменены матчи всех российских команд Евролиги на сегодня. Для меня это странное и удивительное решение, которое наверняка не имеет отношения к спорту и баскетболу. Да, понятно, что это решение политическое. Я знаю, что и Бавария, сам клуб, готов был играть, но в силу определенных обстоятельств случилось то, что случилось, да, и матч не состоится. Поэтому команда возвращается домой. О том, что будет дальше, завтра в 12 часов состоится заседание Евролиги, на котором будет обсуждаться вопрос дальнейшего участия российских клубов в соревнованиях Евролиги. Поэтому всем надо набраться терпения и дождаться завтрашнего дня. Вот, ну, что могли, команде объяснили. Я сегодня проводил специальное собрание там, в 16 часов. Вот, и повторю, ЦСКА был готов играть. Мы настраивались на матч. Это важная с турнирной точки зрения игра. Но Евролига приняла такое решение. First of all, that was an awkward situation for us, you know, like we're doing sports and sports has to unite people, and sports is something that, you know, as I said, unite people and gives joy and happiness. But we were in an awkward situation to say to the players that the game is postponed, and we do not possess more information. We wait for something to happen, so we hope that things will be changed tomorrow and we're going to be ready to play. They were also surprised. We were here literally, like, they call us to Mrs. Furaeva. Actually, she got a call 10 minutes before we reached the gym. So we were ready to play. We had a morning practice. We had a last day practice. I talked with my colleagues, with Andrea and players of Bayern. They were ready to play as well. They came over there. They wanted to play though, but it couldn't. So it's not on us to judge these situations. We want to play. We want to provide joy and happiness. Sport, as I said, unite people. Let's don't forget, CSKA is an international team. Has a lot of players abroad and coaches. And we want to play and defend the colors of CSKA.